Она знает о полосатой ягоде буквально все, определяет сорт с одного взгляда, спелость с первого стука. В то время как одни грезят астраханским, в ее фаворитах длинный арбуз Мелания. Речь идет о продавце с 10-летним стажем Юлии Казак, которая развеяла два устойчивых мифа о полосатой ягоде. Во-первых, сезон бахчевых не всегда начинается в августе, как думают многие. Арбузы могут появиться на прилавках рынка и в начале июля, если он выдается особенно жарким. Кстати, именно так произошло и в этом году. Развенчание второго мифа касается внешнего вида полосатой ягоды. Арбуз не обязательно должен быть красным, чтобы быть вкусным. Есть сорт американка, он бесподобно вкусный до самой корочки, но он идет розовый. Он всегда идет бледно-розовый, но очень-очень вкусный. Одни из вкусных арбузов краснодарские, уверила нас собеседница. Кстати, самый большой бахчевый Европы в 60 килограммов весом, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, был выращен именно в Краснодарском крае. Однако, кроме приятного, в полосатой ягоде содержится много и полезного. К примеру, чтобы покрыть дневную норму витамина С, достаточно съесть всего 4 кусочка, в то время как 100 граммов арбуза в сутки помогут сохранить остроту зрения. Плюс ко всему, сок этой ягоды уменьшает болезненность мышц, делая его отличным напитком после очень утомительной тренировки. Но и на этом целебные свойства арбуза не заканчиваются. Достаточно съесть всего 200 граммов мякоти арбуза для того, чтобы удовлетворить суточную потребность организма магния. Кроме того, нет равных арбузу в растительном мире по содержанию еще одного очень важного вещества – фолиевой кислоты. Ну, которая, во-первых, как все знают, участвует в процессе кроветворения, и при ее недостатке образуется анемия. Кроме того, фолиевая кислота обладает очень важными репродуктивными функциями. Она участвует в формировании нервной ткани плода, поэтому просто необходима беременным женщинам, особенно в первом триместре беременности. Принято считать, что арбуз – азиатское растение. На самом деле его родина – Южная Африка. Сегодня в мире существует порядка 1300 видов арбузов. Квадратные, круглые, гигантские, карликовые. Красные, желтые, оранжевые и даже черные. Они отличаются формой, цветом и размерами, но неизменным остается вкус арбуза, благодаря которому его смело можно назвать одним из самых сладких лакомств известных человеку.